Салам айз достам, сиз билан дадва. Ҳозир бирта саволга жавоб берib ўтгачим керак. Бу, масалан, чун ман личный кабинетимдан чиқиб кетиб қолсам, нима бўлади? Ёки личный кабинетимдан чиқиб кетиб қолсам, пароль, логинim эсимдан чиқиб қолган бўлса, шунга ўхшаган саволга жавоб бериб ўтаман. Кейин сиз билан MT4 установка қиламиз, MT4га реал счётни ўлаймиз. Кейин реал счётни ўлагандан кейин уни агар пароль, логинini эсдан чиқарган бўлсангиз, уни қандай восстановить қилиши ва яна қўшимчасига демошотни қандай MT4га улашни кўрсатиб ўтиб кетаман ҳозир. Хулас, видео қизиқ бўлади деган умидваман. Биринчи бизнинг саволимиз бу, мисол учун мен чиқиб кетдим дейлик. Юқорида мен бу кнопкани босамиз. Бўлди, биз чиқиб кетдик дейлик. Вот в личный кабинет, мисол учун, агар сизда автосохранение бўлмаса браузерда, мен ҳозир Telegram, Google Chrome'дан чиқиб кетдим, бошқа браузердан кирибман. Так, мисол учун, email босамиз, emailga автоматик ҳеч нарса ёзилмади. Нима қиламиз? Паникага тушмаймиз, биринчи бородиган жоимиз бу, эсизда бўлса, брокер бизга 3 та хат жўнатган. Биринчисида бу MT4га тааллуқли бўлган пароль, логинни жўнатган. Икинчиси айнан бизга керак бўлган пароль ва логин бўлади. Эсизда бўлсин, логин ҳар доим бу ерда электрон почтамизга логин сифатида хизмат қилади. Шунинг учун ҳозир логин деган жойдаги электрон почтамизга номлаб оламиз, копировать босиб браузерга ўтиб, email деган жойга ставить қиламиз. Энди орқа қайтамиз, пароль деган жойини олиб туриб, парольни копировать қиламиз. Яна браузерга қайтамиз, пароль деган жойга ставить кнопкасини босамиз и войти кнопкасини босамиз. 2-3 секунддан кейин личный кабинетимизга доступ очилади. Маслиҳат берган бўлардим, сохранить кнопкасини босиб қўйинг. Агар телефон ўзингизга бўлмаса, сохранить кнопкасини босиш шарт эмас. Хулас, икинчи ҳолатда, мисол учун сиз чиқиб кетдингиз дейлик. Мисол учун сиз брокер сизга жўнатган личный кабинетингизга кириш учун доступ берадиган логин ва парольни удалить қилиб ташладингиз дейлик. Бўлди, у муаммо эмас. Мисол учун личный кабинет, вход в личный кабинет деган бўлимга ўтасиз, забыли пароль деган кнопканы босасиз, бу ерда брокер сизга менга emailingizni жўнат деди. Emailni ёзамиз, восстановить пароль кнопкасини босамиз. Вернуться к странице входани босамиз, кутиб турамиз. Бизга ҳозир почтага ўтиш керак бўлади. Обновить қўрамиз. Брокер бизга хат жўнатди. Хатга кирамиз. Так, бу ерда брокер бизга айтди, мана бу яшил кнопкани босганда паролингизни ўзгартирган деди. Бу ерда айтди, биринчисида янги кодда ёзинг деди. Биз ўзимиздан янги кодда ёзамиз, мисол учун мана бунақа бўлсин. Так, 1 2 3 бўлсин. Бўлди, ҳаммаси тайёр. Биринчисига янги паролимизни ёзамиз, икинчисига худди шу паролни қайтадан такрорлаймиз. Изменить пароль деган кнопкани босамиз. Мана бу тепада обновить кнопкани босишимиз мумкин. Текширамиз, ҳаммаси жойда. Бизга ёзган пароль ва бизнинг почтамиз войти кнопкасини босамиз. Хулас, икинчи саволга ҳам жавоб бердим. Ҳеч қанақа паникага тушиш керак эмас. Асосийси, сизнинг почтангизга доступингиз бўлса бўлгани. Брокерга доступ ҳеч қачон йўқолиб қолмайди. Так, сразу юл-юлга тушуntirib ўтиб кетишим керак. Юқоридаги мана бу чап тарафдаги 3 та чизиқли кнопкани босамиз, бизда бу ерда кошелёк бор, икинчиси ввод-вывод бор. Так, сразу шу ерда ўзида қўшимча савол эсимга тушди. Так, пополнить счёт деган кнопкани босамиз. Qanday qilib men brokerga soqqa tashlashim mumkin, qanday qilib undan soqqa chiqarishim mumkin degan savolga vot vivid degan knopkani bosamiz. Hozir ko'rsatganimdek, mana knopkani bosasiz. Vot vivid deb bosamiz, пополнить счёт deb bosamiz. Bu yerda выберите счёт доты, biz o'zi kashelyok qolamiz, chunki dalsha торговый счётlarimiz ko'paygani sari biz shu kashelyokdan olib turib торговый счётlarimizga tashlashimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda qanaqa usulda to'ldirishimiz. Masalan uchun Uzcard Humo. Bu yerda siz 1000 dollar misol. Lekin esingizda bo'lsa, mana startovый depozit должен быть не менее 100 баксов deyapti. Endi 100 dollardan kam bo'lmasligi kerak deyapti. Пополнить кнопкасини босасиз, бўлди. Ҳисобингизга ko'p o'tmasdan o'sha tashlagan pulingiz tushadi. Endi qanday qilib pulimni chiqaraman desangiz, вот выводки крамас, вывести средства деген кнопкасини босамиз.
Энди машта кайсы, мисал үчүн кошелёк издамы, ёки оша торговый счёт издамы, кадыда сокка болса, ошаны таңдаймыз. Мисал үчүн биз бүгүн иштедик, торговый счётумузда пул бар. Ошаны таңдаймыз. Так, кайсы усулда кыргызган болсоңуз, пулду оша усулда чыгарып аласыз. Мисал үчүн бой Узкарт хомо гапырып отудумо? Худу ушул нерсени таңдайсыз, бити 1000 доллар мисал үчүн. Сизде болсо мана бити узна минимальная сумма транзакции дотта. 25 доллардан камрогуна чыгармайды ва 1000 доллардан көпүнө бир мартада чыгармайды. Секен-секен чыгарып кетерсиз, мисалы үчүн. Бүгүн 1000 доллар чыгардыз, эртеге яна 1000, ундан кийин яна 1000 кылып чыгарып алып кетерсиз. Бу эч канакасыга чегере коймайды. Мисалы үчүн сиз мында эмес, так этили сизде биткоин кошелёк бар. Биткоин кошелёкте сиз 10000 долларга чыгарып кетишиңиз мүмкүн. Бу Amarket эч канака чеклөөлөр эмес, бу просто банкка өзүнүн арасында келишип оган қанақадыр суммасы дейлі болды. Ойлайман ке чүндір олдым. Узкарт хумон таңлысыз, сізге 1000 доллардан, 25 доллардан 1000 долларге чан пүлі бемола чықары орасыз. Бір марта чықардым, болды, я болып қолдым деген амаз. Дальше оп чықып кету орасыз. Бір марта да фақат 1000 долларге чан пүл чықарыш есім коняты болады. Брик соттан ке яна чықару сез болады. Хулас, бізге хозыр. Вот вывод деген сауалыям жауабыны бердім. Так, трейдинг деген кнопканы босамыз. Мои счетаге отамыз. Бизнес хисобимиз, машу савдо хисобимиз бу реал. Энди буни биз нима қиламиз? Бу машу хисобимизни биз MTTOR-ни скачать қилиб, ўшанга улаб қўйишимиз керак. Ўшта чизиқли кнопканы босамиз, торговая платформа деганини босамиз-да, MTTOR Android-ни босамиз. Бетта установить кнопкасини босамиз. Установка бўлди, открыть кнопкасини босамиз. Бетта брокер бізге сразу өзінің демо счетын тақтым қойды. Майлы, принятие босамыз, принятие босамыз. Хоп деп ұрамыз бетті. Бізге ешқанақа зарар жоқ. Так, демо счеты тимейміз. Бетта управление счетами деген кнопканы босамыз. Депада бізді плюс деген кнопка чаны босамыз. Біріншісі, открыть демо счет демаз. Екіншісі, подключить существующий счетты босамыз. Бетта бізді реалы таңдаймыз. Енді біздің бетті логин ва пароль сұрады. Қанақа логин, қанақа пароль. Сразу айтышым керек, бұл личный кабинетімізге бойы доступы тікеледігі. Бұл ұша логин білен пароль емес, бошқа часы бұл. Бұл бойы ке бізаны, так, бұны опташымыз пока что. Так, почтамызге отамыз. Бұл бізге керек емес. Болды бізге алмаштыр болды. Бізге брокер бірінші жөнаткен хат керек болады. Бірінші жөнаткен хатыге отамыз. Бәті, здравствуйте, дадо трейдер, вахо-козо, вахо-козо. Пасыда логин ва пароль деген езуы көрбасты орамы. Бізге озыр логинны оламыз. Бізге керек бүген логин машу. Так, копировать кнопкасын босамыз. MTTOR-ге отамыз. Логин деген жөйге ставить кнопкасын босамыз. Енді бізге пароль керек. Пароль емін оп тұрып. Копируйте босамыз. Болды. Пароль ем жөлядей. Енді вход деген кнопканы босшымыз керек. Мана демо счет демас бізе. Енді бізе реал счет демасы. Мұнақсы. Депада еш қанаққа мұнаққа яшыл демо деген езуче йоқ. Бұрчейді. Так, агер демоге оты деген бұсы. Вход де босамыз. Йоғарды. Демо деген мана яшыл езу чықты. Енді реалы текшірамызы. 10.43.226 10, короче, 226. Бетті бізе яна башқаттан трейдинг деген бөлімге отамыз, мои счетыге отамыз. 10.43.226 топатора. Номер счетымыз топатора. Менде реал хсоббы улашы көрсаттым. Менде реал хсоббы қанды қолып ішлейман, пүлім қанды соламан десіз. Бетті пополни деген кнопканы көрвасыз. Қанды қолып Бетта депозит қылыш керегілігіні чүнтірдім. Кошелек омейсізді, маша 10.43.226 деген кнопканы босасызды. Торговый счеты таңдайсыз. Бетта Узкарт хумоны босамыз. Бой өткенімді минимальный депозит 100 доллар болады. 1000 доллар босасыз. Пополнить кнопкасын босасыз. Болды. Қанша дұр уақыт отады. Где-то 1-2 минутта сізі хсобезге пүл келіп түшады. Орғи қайтамыз. Реал хсобке уланыш көрсаттым. Енді бізге керек болады деген нәрсе демо хисобке қандай улансам болады. Тасаввур қиламиз, демо хисоб бізде уланиш жуда ҳам қийин деб ўйлашади. Ҳеч қандай қийин жой йўқ. Брокер бізге уже MTTOR установка қилишимиз билан бізге уже демо счетни очиб беряпти. Йўқ, мен ўзим демо счет очаман деган қайсарлар учун сразу кўрсатиб ўтиб кетаман.
Да. Маша, что чизорли кнопка на босамзе. Трейдинг деген бөлімі отамзе. Біріншісі май счета. Екіншісі открыть торговый счет. Үшіншісі открыть демо счет. Открыть демо счет ты босамыз. Так, тип счета деген жойге. МТ-тор, стандарт талнимзе. Так, леверидж. Бірге юз босамыз орачо. Так, стартовый капитал. БТ, озизе. Демо миллионер сватыды. Скажите, мамкун, бедте сас открыть демо счет ты босасас, будет бедте демо хсопис очередь дадотте, бедте схемана ваш логин ва пароль для вас буге. Зыги кири более диан бое кургианом зыги ушаб, худа реалге хано кардик, бедте хем худушено это торги улянам зы. Копировать кнопка сан босамас ваш логин на, орхихай там зы, ты пода плюс кнопка сан босамас подключиться к существующему счету. Так, это бедте реалмас демон талим зы. Логинге вставить орхихай там зы. Бета ваш пароль дегенны копируем. Вяху там зы МТ-торге. МТ-торге утхианамыздан киен вставить кнопкасын босамызды. Вот-то босамызы. Брик секунд копамаз. Сызы так не сохраняем. Бзана демо счетымыз очерды. Собымыз мана бы сызге еткенымды. Демо миллионер. Сваты да озиз хсхалшиз учен. Озымызге... Нуляны чизуалды бірданки. Холяс, дальше, кандо ішляшки рейлеги хақыда сізге яна чүнтір бураман. Хозырча, яны біта қысқыча соғыл қоп кетті. Уша соғыл гем сразу жоу беру өтшім кері. Мысал үчін дейлі управление счетами кірді. Так, удалить счетты босамыз. Так, удалить счетты босамыз. Да, нет, доттык. Біта оза темны тема бүген үшін бірінсі намаз, екенсі нам босамыз. Да, нам босамыз. Так, келесем дым отырып тәп, зады хозыр. Бізді бой еткенімді, мысал үшін Gmail-ге өткен пайтымызды. Бәтті бізге брокер, оша, сауда құсобымызге кіріш үшін логин пароль берген ко. Келін тасуыр күлімізі, машу логин пароль, ва хокозы, хамасы, йо дейлі, мысал үшін. Бізді тозылып тәшәлі дейлі, намадыр болып бізді тозылып тәшәлі. Электрон почтамызы топ тозы, реал құсобымызаны қандалық тікілеймаңды сіз. Бұлям, элементарный хамаса. Просто мы можем чизыгы босамызы. Трейдинг кнопкасын босамызы. Мои счетаги отамыз. Уша счетымызан очамызды. Восстановить пароль деген кнопкасы бор. Восстановить пароль босамыз. Сбросить пароль деген кнопканы босамызы. Озыр электрон почтезге. СМС хып жүрін өттім даватты. То есть счет там бор. Мы сөйлі чем анаман бұл арсаны көрасызу. Мам бы пароль, мам бы логин. Ходишь на Арсана, мам брокер это вот, мам сазаш, пусть из Геджунат там вот, если что его отпойми, я озвучу ему вот. Геджунат кем хабарыги храмзы, паскил там зы. Вообще хсоб из Ге, то есть МТ Тур Ге хсобке, сазмашо пароль для оптеров, вообще МТ Тур Ге уляб и дальше шли урашь из Мункан вот. Мам бы логин улям зы, копировать храмзы, орхи хай там зы, так, йох. Личный кабинет Киримас, мы загибаем тетур Кири. Плюс кнопка сам босамзе, подключить к существующему счету M-Markets Real Талимзе, вы копируете хрень логин, мы за логин, деньги, 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 так, я на адрес питам, так, НД, брокер, мы загибаем тетур Кири, пароль, да, копируете хрень, да, улетит тур, тогда мы сейчас ход, пароль, деньги, деньги, ставить хрень, да, вот ты босамзе, буб за на реал хсобмзе. Депозит ю, депозит ханда солишь кирилли гельманский курс от там, это лучше депозит ю, мана реал боя их соб брюстор, он круч и кизигр молта, хамаса джойде у лиманки олта солги джо убердам, а дальше мы сам едте бу вот вывод дня нарсалиембор, счет там солишь он трейдинг торговые платформы копи трейдинг уля хрен отдельно я прищамся, вот за просто видео что за рубки чему кон, ма вот изе матлигина білеман, шын үшін лишні марта, лишні гебіна құлағы зоғырды, вақты зоғым кем өтті. Агер біта реал қысоп маңге кәмлей қылады сіз, трейдинг босасыз, открыть торговый счет кнопкасын босасыз, бәтті МТ-торры танлейсіз, чүнкі біз МТ-тор скачет қиямызы, қысоп біз валютасын танлейс, доллар, рубль, евро, екі биткоин, тип счета стандарт тұрсын, маркет экзекушн болырсын. Это кредитное плечо на УЗИ Станлисес, Берге Юс, Йоки Берге Ми. То есть УЗИ с Харабшилю раз избетте. Открыть торговый счет Табосамас.
брокер сізге мана хамасы, бой еткенімді мана бзаны логин білян, мана бзаны паролымызы бой еткенімге ошып. Копировать қыламызы, бяқы отамызы, плюсы босамызы, подключить к существующему счету маркет сериалге отамызыды. Так, вставить. Бяқы отамызы дейін, орқай қайтамызы, личный кабинетімізге паролы копировать қырамызы. Енді бәтті ставить кнопкасын босамызы, фотты босамызы. Учеки бір, ұлес ғана стайыр мана. 10-43-244. Орқай қайтамызы, мана 10-43-244. Құды шы шот, енді біз ана трейдинг босек, ма ищитаге ота деген босе, бізді енді ікіте шот бор. Бірінші счет 10-43-244, екінші счет бұл 10-43-226. Хамасы жүдем осы. Кнопкалары көп лигіден қорқыш керемес. Секен шошылмастан хамасыны видеолы дауымыды сізге чүнтір боруырама, еш нәрседен қоғытырам. Мен көңгілі қоғытыр жамқалып видеоны дауымыды. Видеоны кейінге шығадыкен мавзуларды, ең қошымша мавзуларын сізге чүнтіріп кетімі. Олиман ке бүгінгі мавзу сізге четкий ярдам береді. Кейінгі видеоларды, яны көрішкенше, жоғни заман болсан дегерім.